Thank you Крупнейший производитель турецких дронов и экспортер оборонной продукции страны Байкар Макина известен во всем мире. Корпорация долгое время не имела никакого отношения к авиабизнесу. Она выпускала автозапчасти. Но благодаря молодому инженеру и наследнику бизнеса Сельчуку Байрактару, продукция от компании Байрак превратилась в оружие и легенду вроде Калашникова или Стелс. В 2021 году Байкар Макина, обойдя таких гигантов, как Аселсан и государственную туркиш Aerospace Industries, продала иностранцам дронов на 664 миллиона долларов. Супруга Сельчука Байрактара, младшая из четырех детей президента Турции Риджа Патаипа Эрдогана, Сумейе, поделилась с журналистом секретом успеха своего мужа. Каким образом вы поддерживаете Сельчук Бия? Я считаю, что самым важным компонентом, способствующим мотивированной отдаче человека своему делу, является в первую очередь мир и спокойствие в его собственном доме, в его собственной семье, ее благосостояние как физическое, так и духовное. По этой причине я думаю, что очень ценными являются самоотдача, отверженность и преданность членов семьи по отношению друг к другу. Буквально только что мы побеседовали с Ханом и мы спросили у нее, в чем же кроется секрет успеха вашего мужа в его технологическом пути, начиная от 6-килограммовых аппаратов и заканчивая шеститоннами. Она поделилась с нами некоторой информацией, и мы бы хотели у вас спросить. Она сказала, что это мир и благополучие в семье. И у вас мы тоже хотим поинтересоваться, что же является вашей мотивацией. Мы как-то с членами нашей команды организовали торжество по поводу первого полета аппарата Казалульма. И те, у кого была возможность, привели также своих детей. Там была и моя шестилетняя дочь. И все мы в честь первого полета подписали памятный плакат. Моя дочь тоже оставила подпись. Это я к тому, что источник вдохновения для меня это не только моя собственная семья, но и также все наши дети, все наше будущее поколение. В августе этого года Байкар Макина объявил, что поставки Байрактар ТБ-2 расписаны на три года вперед. Как сохранить и приумножить свой капитал в кризис? Так называется бесплатный мастер-класс эксперта в области халяль инвестиций Кумара Мухамедзянова. Очень полезная и актуальная информация в наше время. Переходите по ссылке. Не пожалеете.